Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой мы будем продолжать троллить друг друга в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки под нашими сериями троллинга. Только благодаря вам мы продолжаем его снимать. Поэтому, ребята, вы уже знаете, что надо делать, конечно, ставить огромный палец вверх прямо сейчас на наши видосики, на мой, на Жекин. Давайте наберем как можно больше лайков и сразу же выйдет следующая серия троллинга, как обычно. Погнали уже. Ух, ребята, на самом деле это просто жопа. А как видите, я не знаю, заметили вы или нет, но я просто офигеть какой красный. Это связано с тем, то, что я позавчера был в аквапарке, и я там сгорел просто так, то, что у меня сейчас такая жопа, и у меня все тело просто красное, ребята. Я вообще сижу, и у меня все болит на самом деле. Поэтому не удивляйтесь, что я такой красный. Я не пил, я не Дед Мороз, просто я сгорел. И все. Поэтому сегодня мы устроим Жеке такое же испытание. То есть я заставлю Жеку пройти через вот это все, что я прошел. Как видите, тут у нас есть всякие водные горки. И Жека сегодня тоже сгорит. И в общем, Жеке будет крышка, если прям вкратце объяснять. Поэтому я вам больше ничего не скажу. Вообще ничего, знаете почему? Потому что нам надо сохранить какую-то небольшую интрижку. Вы сами все увидите, что сегодня произойдет с Жекой. Как видите, вы только посмотрите, что Жека пишет в чат. Нехороший человек на самом деле, поэтому мы его сегодня накажем. Ой, как накажем. Поэтому давайте мы, ребята, сначала пойдем на его троллинг, потом вернемся и накажем. Еще раз. Да. И ничего я не показывал. То, что он пишет в чате, это все вранье. Я ничего не показывал, поэтому давайте, ребят, погнали. Ну что, Эдисон, мне кажется, ты немножко не Эдисон. Ты что, дурак? Давай на троллинг пошли, придурок! Да ты нажми, допустим, на F5. Мне кажется, вот ты что-то... Жека! А чё так, Джека, ты демон? Как ты это сделал, алло? Эдисон, я просто самый настоящий тролль, я не знаю. Я не хочу Жекой быть, алло. Верните обратно мой скин, Джека, ты демон, ты маг. Эдисон, ты хочешь обратно вернуть свой скин? Для этого ты должен пройти мой троллинг, понимаешь? Мой троллинг. Давай быстрее, я не хочу Жекой быть. Давай. Эдисон, в общем-то такая суть. Ты стал мной. Как я понял, что у меня прям. Прям перед глазами и мысли все писюнами заполнились. Жека, я не хочу. Это как бы не я показывал писюны. А, ну, так ладно. Ты, значит, реально Стефана любишь. Ага, и трое детей планирую с ним иметь. Хорошо, я больше твои мысли не буду читать. Погнали, давай, Жека, пошли. Эдисон, в общем-то, ты сейчас находишься на моей квартире. На моей реальной квартире здесь почти все построено до мелочей. Ну, некоторые комнаты, конечно, не построил, но, Эдисон, ты на моей квартире. Да я понял. Жек, у тебя что, реально 2 сантиметра, только что в трусы посмотрел? Ты еще охренел. А, все, зря ты это сделал. Я все твои тайны узнал. Ой, шутник. В общем, Эдисон, ты сейчас находишься на моей квартире, и чтобы... В смысле на твоей квартире? Где? Я тебя на полном серьезе, это моя квартира, почти до деталей, построенная в Майнкрафте. А, это там, где ты сейчас живешь, да? Угу, да, ясно. Эдисон, в общем-то, ты должен в этом троллинге мыслить как я, чтобы обратно стать собой, ты должен мыслить как я. Писюны, где? Ты должен, в общем, найти мою комнату. В каждой комнате есть сундучок, если ты откроешь сундучок не в моей комнате, то тебе пипец. Туалет я не построил, не пишу. Так, в твоей комнате, да? Да, ты должен найти мою комнату. В смысле, если я открою сундучок не в твоей комнате, то это пипец. Это как? Это как понять? Ну вот смотри, ну... А, ну хорошо. Так, ну, судя по всему, это не твоя комната, потому что тут даже компьютера нету. Логично? Да, ну, может быть, логично. Подожди, а в моей комнате должен быть компьютер? Ладно. Хорошо. Ага. Так. Ну, что? Нет, это не твоя комната. А тут да, сюда ну, я не могу пройти, сюда я не могу да, пройти. Да, это кладовка, там неинтересно. Да. Здесь мои ролики на свой второй канал. Да, тут вот. У тебя кнопочка лежит, это не твоя комната, хорошо, пошли дальше. Еще один туалет. Так, тут ничего нету. Ага, так, а это что такое? Вот твоя комната, вот! Да, ну хорошо. Вот, открывай сундучок, Эдисон. Ну, по сути, это твоя. Да, потому что тут крипер, да, поэтому твоя, если это не твоя... Это твоя комната! А, подожди, не закройся. Эдисон, это твоя комната. Тут подсказочка, тут синий цвет, это твоя комната. Эдисон, да, это твоя комната. Да. Да, ты прав. Вообще в этой комнате, да, это как бы частично моя комната, но я в этой комнате только снимаю. А я вот эту комнату ни раз в жизни не видел вообще. Живу я вот в этой комнате, здесь сплю, здесь как бы живу. Офигеть. Ну, да. Секреты уже. Хорошо. Да.
Ну что, Дисон, давай, беги быстрее. Вот балкон, вот быстрее, выходи на улицу, должен валить отсюда быстрее, па! Ой, Эдисон. Где? Это твой подвал, Жека? Эдисон, я не знаю, куда попал, на какие-то испытания, но ты помни, ты должен мыслить, Эдисон. Да блин, какие мысли? Там вообще пола нету! В смысле мыслей? Ага, все правильно, знаете, объясни почему, как бы ты должен... Ну потому что это твой любимый цвет это синий, поэтому вот, я прыгаю по синему. Да. Все правильно, все логично? Да, все логично, давай, то проходи. То есть я вообще логичный получается, да? Да, вот прям очень логичный. Там синий был! Смотри, вот отсюда ты пришел, где я сейчас стою, да? Вот она, да, там что-то есть. Я туда не допрыгнул, да, когда? Да, допрыгнешь, запрыгнешь. Вот здесь допрыгнул. Опа. Ой, пошел. Опа. Что мне делать? Не знаю, попрыгай по разным сторонам, так. Ага. Что за дичуга? Куда ты забираешься? Какое-то... Все, отстань. Ой-ой-ой-ой-ой. Жека, ты дурак, вот скажи мне, ты дурак? Ну, ты дурак? Ой-ой-ой-ой-ой. А что мне сейчас делать? Что мне сейчас делать? Тебе сейчас умирать. Сфига ли, алло, почему, как, почему? А вот потому что, Эдисон, там ты не нажал не на ту кнопочку, как бы, понимаешь? А, я не на ту кнопочку ты нажал. Ты сам сказал, что мой любимый цвет синий, но ты почему-то допустил просто фатальную ошибку. Прям фатальная ошибка. Да, Жек, ты покни, просто... пожалуйста, Жек, пожалуйста, сейчас пожалуйста. Я сейчас тебя тпшну. Эдисон, ты допустил... Ты торопишься, понимаешь, тебе нельзя торопиться. Я не тороплюсь, ну как бы откуда я могу знать, такая вот это... Ага, вот оно что. Вот, надо было нажимать сюда, Эдисон. Смотри, еще какая-то кнопочка, может нажмешь? Молодец. А что тут было? Что тут таке? Я тебя, а то есть тебя вернул в прошлое. Ты меня очень затроллил на прошлом своем троллинге испытаниями с этими кнопками. Вот у тебя тут блиц-опрос, насколько ты хорошо знаешь. То есть ты сплагиатил меня, можно так сказать, да? Сплагиатил. В смысле? Ну как бы ты это я, так что не надо тут не сплагиатил, не сплагиатил. А, это сейчас подсказочки, да? В каком городе ты родился? Да, в каком городе ты родился? Так! Давай, думай. Пускай это будет Бийск. Бийск. Эх, и неправильно. Плохо ты меня, Эдисон, знаешь, плохо. Ты сам себя давай. Плохо знаешь, наверное. Да нет, я тебя хорошо знаю. Жека, это нереально, Это нереально пройти вот этот фильм. Только что прошел, это нереально. Потому что я с другой стороны сейчас очнулся, а ты... Ой, да ой, как? Ой, Жека. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот, нажал. Вот, все, так, все. Ты... Так, хорошо. Жека, ну, давай. Уверен, что не Бийск. Там ничего не напортачил. Да, точно. Хорошо, я тебе поверю. Придурок. Вот, все, хорошо. Барнаул. Да иди ты в сраку. Эйсан. Омск. Омск. Давай, тыкай. Омск. Ну ты... Ну я тыкал, ничего не происходит, молодец, дебил! Ты все правильно сделал, проходи быстрее! Ура! Побегай. Сюда? Куда? Сюда, так. Молодец, твое любимое блюдо, ну то как бы писюн вообще. Вот писюн, вот. Че нервничает? А, это... сломай опять, ну это правильно. Да не, не работает. В смысле не работает? Ну писюн! Да не, ну пытайся еще нажать. Да писюн твое любимое блюдо! Да нет, не писюн! Эдисон, жопа. Паста, деньги. Что за дичь? А почему тут такие нереальные вопросы? Ну как бы у меня реальные были. Реально, какая-то хрень вопросы, давай дальше перейдем. Вот. И самый главный вопрос, ради чего мы устраивали этот троллинг, Эдисон, давай. Показывал ли Эдисон писюн? Нет. Ну тут нету такого ответа. Все варианты ответа перед тобой, Эдисон. Не, подожди, хорошо, давай вот так, давай будем мыслить логически, хоть тут логики нету, давай логически. Эдисон показывал писюн, подожди, Эдисон показывал писюн, писюн, вот писюн. Да, Эдисон, ты прав, Эдисон показывал писюн. Я не показывал, нет, я не показывал. А вот он, это мой писюн, Эдисон, ну вот смотри, вот даже опять показываешь писюн, смотри. Все, опять Эдисон показывает писюн. Эдисон, иди к своему писюну, можешь обратно менять свой скин. Ребят, я ничего не показывал. Вот то, что он это все вранье, я ничего не показывал. Просто Жека у нас...
Я могу читать. Сам подтвердил. Он сам подтвердил. Он сам нажал на кнопочку, что да, показывал писюн. Ну подожди, это ж не я сейчас. Это ж ты понимаешь, что у меня сейчас в голове, ну где-то триллиард писюнов, потому что я сейчас не я, а я сейчас ты. Я как бы тебя просто, я пошутил. Ха, люблю Стефана! А, ты люблю Стефана? Это не я сказал, это он сказал! Все, ребят, ладно, пойдемте на его троллинг, он знал уже сколько непонятно несет, давайте. Да, пойдемте на троллинг Эдисона. Пошли. Я иду на троллинг Эдисона, ты вообще кто такой? Это я настоящий Жека, уйди отсюда. Все, хорошо. Ну что, Жека, мы идем сейчас. Ну ты переродился. Я наконец, да, я поменялся в себя, ху, больше писюна в голове нету, давай, Жека, заходи. А, Жека, на самом деле очень все печально, вот смотри, куда ты сегодня пойдешь. Куда все это такое? Аквапарк? Да, ты почувствуешь, что я сейчас чувствую. Ребята, наверное, уже заметили, что я на камере просто краснющий, как вот эта стена. Поэтому, Жека, давай вперед в аквапарк, давай. Эдисон, я не купался почти 2 года, я так хочу в аквапарк, ёбаный попаха. Давай, вот сегодня сходим. Да, ну, проход, билет, ты ж покупал билет, давай, быстро, проходи. Ёханый бабаханый, а где? Давай, вот твой дом, Жека, давай, быстро. А, вот он, всё, иду. Давай, билет. Сейчас упаду куда-нибудь. Ну, да, никуда ты не упадём. Ага, вижу что-то. А, что это? Что там? Там ничего нету, наверное. Там? Да? Да. Мне кажется, ну ладно. Да ничего там нету, ты главное найди билет! Да что это? Всё правда, подожди. А зачем вообще билет, если... Подожди, а если мы, Жека, с тобой попробуем через канализацию пробраться в аквапарк? Зачем билет вообще? Нормально. Я, конечно, так бы никогда не сделал в жизни, ну хорошо, давай. Давай, Жека. А давай мы просто... Давай, просто проскочь. О, нашел? Ну сейчас, мне кажется, хана будет, какая-нибудь охрана ко мне придет, мне настучит. Да? Вот все, если он провокатор, у меня провоцированы такие действия. Да в смысле провоцирован? Ну как бы у тебя билета нету, я хочу, чтобы ты попал в аквапарк. Давай, иди через канализацию, давай быстро. Нет, ну купи другу билет, да иди через канализацию, вот так вот. Где я? О, через канализация, все. Закрыто. Не, Жек, все же, наверное, билет. Возвращайся домой. Все же билет, наверное, нужен, а то никак ты не сможешь в аквапарк попасть. И подожди, или там может дверь все же открыта, Жек, кто его знает? Слушай, я не понял ни хрена, что ты мне говоришь? Нет, куда мне идти-то, ёханый? Так подожди, или билет, или через канализацию можешь как-то пробраться. Ну через канализацию закрыто, как я. А, ну знаешь, все же с билетом надо, да. Может ты билет дома не нашел. Может ты его где-то там спрятал и не нашел. Я куда-то вот иду куда-то, непонятно куда. Да, ну как тебе обратно надо вернуться. Ты где? А что, подожди, что это такое? Ой, Жека, где ты там лазишь? Где ты там вообще ходишь? Я не знаю, не могу сказать сюда выход, помогите. Ну давай, ищи выход, давай быстро, за билетом. Как бы аквапарк уже закроется, пока ты билет найдешь. Все, иду. Давай, молодец, давай, Жека, за билетом. Я там нашел какой-то проход, он странный очень. Закрыто, да. Что это такое? Типа какая-то штука, да? Жека, вот помнишь, ты раньше от мамы писюны где прятал? Сзади дома, вот там у тебя... Я ничего не спрятал от мамы. Писюны прятал от мамы, вот тут у тебя где-то... Вот может у тебя вот тут будет где-то... Вот билет, вот ты... Ой, ну давай быстрее, Жека, давай! Сейчас, смотри! Ай, ну! Ну давай уже, давай, двигайся за билетом! Быстро, давай! Так. Жека, аквапарк, понимаешь вообще? Аквапарк, Жека, аквапарк, понимаешь? Давай, быстро. Куда тут? Как тут? Ну открывай сундуки, ищи билет. Да чё, я тут ничего... А, вижу, всё, нашёл. Давай, молодец, давай, Жека, аквапарк. Давай, быстро. Хорошо, иди. Давай, быстро, купаться, Жека, купаться. Это по-любому не та карточка. А, нет, та карточка. Вот. Так, вот сюда. Давай, Жек! Не в детский бассейн! Это тут дети купаются, придурок! Давай, выход ищи отсюда! Вот, тут есть лестница, я даже а я ее сломал! Все! Жека, удачи тебе тут с детишками! А, ты еще лестницу поставил, придурок! Ты еще лестницу! Хорошо, Жек, давай, лови лестницу, я тебе помогу! Я как... Да там мне блок сломал! Да я тебе помогу, придурок, давай! Куда ты выкинул к Ибрагиму, я не понимаю! Да не ломай блоки, дебил! Не ломай, не тыкай вообще, не бей детей, тебя посадят вообще! Да как? Да, давай, он еще и детей бьет, прикиньте вообще. Да как? Они мне тут к лестнице Да, ну ты сейчас еще раз лестницу сломаешь, я тебе не помогу, Жека. Я не ручаюсь. Сейчас бы детей собаками называть? Да, Жека. Это все они. Давай, быстро. Ну давай уже. Ну давай, Жека. Ой, Жека, одного ребенка мама забрал, опять сломал. Ты придурок, Жек, ты придурок, я тебе так скажу. Зачем ты вообще руками размахиваешься? Мод 2, все. Так.
Одного ребенка уже родители забрали. Ничего, не надо, теперь это магия вне Хогвартса, не надо. Пошли вон! Молодец! Жека, давай, прыгай, не в ту сторону, сюда, давай. Ты выбрался с детского бассейна, придурок, чем ты вообще туда пошел? Так, все, хорошо. Давай, спускайся. Да. Так, Жека, сейчас тебе надо найти... Вот там дверь какая-то была, да? Там дверь была. Тебе надо найти проход в дверь. Супчик, мапрюпчик. Не надо никакого супчика, Жека, никакого не надо. Я где? Помоги. Ну ты пехни как бы. Ты пехнись. Вот. Жека, я тебе дам подсказку. У тебя тут будет 3 секретных прохода. 3. Точнее, 3 вещи, которые тебе надо найти, понимаешь? Давай. Давай, молодец. Давай. Опа! Молодец, давай. Сейчас опять упаду по-любому. Не. Ничего тут нет. Лестница. Жека, не забывай, что тут не ставь лестницу никуда. У тебя тут 3 секретных будет прохода. Ты уже один нашел. Может, там еще один был? Нет? Ну, как бы я говорю, будь внимательным, Жека. Давай, Жека, ищи проход какой-то секретный, давай. В смысле, какой секретный проход? Ну тебе. Понял. Наконец. Давай, это Жека. Это все или что-то еще есть? Еще один будет, давай. Только не тут. Не, дальше. Я тебя заверяю, если дальше. Если ты меня обманываешь, то я как бы. А может там. Если ты что-то мне обманываешь. Да куда ты обратно? Ну хорошо, можешь обратно забираться. Да, можешь обратно. А подожди, я могу сейчас использовать лестницу, которую я поставил? Да, ты можешь сюда лезть. Ну как бы тебе еще один проход тут надо найти. Где-то я вот могу тут. Лестницу поставить? Вот, где-то сюда, но тебе надо обратно в бассейн, ты ж кнопку нашел. Ну, ставь лестницу. Вот. Ну, я еще бы мог и так перепрыгнуть, ну ладно. Ой, чуть не свалил. А зачем ты туда прыгаешь? У тебя есть кнопочка, да? Кнопочка. Чтобы открыть вот эту дверь. Ну как бы тебе еще тут, еще один секретный проход тут надо найти, я тебе уже 30 раз говорю. А зачем, если я уже могу... А там двери же! Ну хорошо, давай прыгай, давай. Можешь выбираться, в принципе? Ладно. А как ты другую дверь откроешь? Ты случайно зашел в детский бассейн? Все, понял. А куда, где, что? Помоги. Тут секретный проход, Жека, я тебе уже просто показываю. Вот. А как? Ну вот тут секретный проход, ну вот тут секретный проход. Ничего не понятно, Там все понятно как раз. Эйса, застрял, помогите! Я не могу выбраться. Давай, все, возвращайся! Сложно как всё. Что за магия такая? Да это ты, у тебя сложно как-то тут все, а я сложно. Да падай вниз ты уже, ну какой же ты? Враги мы! Давай, Жека, давай. Дайте мне кнопку поставить, поганцы мелкие! Ты где? Я так, полетать решил. А, ты полетать решил? А что ты у меня завис прямо на минутку, поэтому я даже не видел, как ты летал. Ну ничего страшного. Давай. Я манал эти Давай, Жека, давай, ставь. Поставлю, я еще с бедом. Молодец, все правильно, Жека, все правильно, выпрыгивай. Да, ой. Да ёханый брагим. Давай, все, молодец. Так, все. Я пошел. Так, вот, Жека, вот. Да не туда тебе надо. Все, ура. Ну молодец как бы. Ну хорошо, будешь туда, ну как тебе надо, на самую большую горку. Это самая большая горка. Ура! Давай, сейчас мы прокатимся с тобой, Жека. Давай, быстро. Давай. Я тебе сейчас дам! Я понял, что супчик, да. Давай, Жека, давай. Давай, выдвигайся. А где я тут упал? Да! Давай, ну быстрее уже как-то, ну Жека. Молодец. Давай. Бери. Да не, вот бери, вот лодка, сундук как бы, перед тобой, перед глазами. Давай. Ура! Поехали! Ура! Ура! Ну как, весело тебе? Ну это прикольно. Ну это прикольно, да. Там кнопка была. Ладно, пошли. Лодка уезжает, как мне еще одну поставить? Помогите. Да, ты что сказал? Там кнопка была, пофиг? Ну хорошо. Хорошо. Опа, опять. Тебе надо опять, Жека, спускаться. Там кнопка была, на кнопку не пофиг как раз таки. Я как бы нажал на кнопку. А там не одна кнопка была, там их 10. Тебе нужно угадать. Ты вообще нормальный человек? Ну как бы, да, я нормально. Ты сказал, там была кнопка, пофиг. На самом деле ничего не пофиг на самом деле. Смотри, ты столько кнопок. Может тут? Это? Нет. Может вот это? А можно командный блок вызвать? Не. Просто нажимай. Я не хочу опять от ТП. Ну ты, Жека, ну ты тут ключи потерял. Все, ты прокатился, тебе надо возвращаться домой. Ты тут ключи на горке потерял, потому что ты дурак в одежде скупался. Жека, найди вот тут ключи где... Ну, от дома, чтобы домой вернуться. Как ты домой зайдешь? Так
Какие ключи? Где ключи? А, ключ! Ключ! Батон. Потерял Батон. Ключ от дома, поднимаешь на горке. Поэтому все, давай, Джек, возвращайся домой. Ура! Кнопка! Давай, давай, все, давай, домой возвращайся. Давай, быстро, быстро, как быстро. Я бегу, бегу. Ну, ты где? Вот таракан, я бегу, бегу, бегу. Уже, Жек, давай, забегай, забегай внутрь. Давай, 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 забирай, давай, забирай, давай, давай, давай. Тошнит, тошнит. Как и... Жека, Жек, подожди. Жека, ты, у тебя что, солнечный удар? В смысле тошнит, Жека? Все нормально? Жека. Тошнит, так маленечко, да, тошнит. Тошнит, тошнит. Спасатели, Малибу, на помощь! Спасатели, Жека, тебя тошнит? Какие нахрен спасатели? Жека, куда ты? Да подожди, спасателей. Спасатель, я пошел. Хорошо, в принципе, спасатель там... Ты сложно это прыгать. А зачем ты вообще прыгаешь, если там есть спасатель? Может тебе помочь, Джека? Не-не-не, я не это спасатель. Ты просто решил домой вернуться, ну хорошо. Да, я все, мне это не решил он домой вернуться, как молодец, да? Мне реально тошнит, Эдис. А чё, подожди, а чё тебя тошнит, Джека? Просто чё-то тошнит. Ну как бы я говорю, у тебя солнечный удар, а почему ты от спасателя вообще убежал? У меня такой вопрос. Да потому что это плохой спасатель, я знаю. Это что ты мне так поставил, зачем это? Потому что тебя тошнит, тебе больше наружу нельзя выходить, Джека. Ты... А, то есть эта кнопка мне так поможет, да, как я понимаю? В смысле? Да нет тут никакой кнопки. Ну как бы я закрыл дверь, чтобы ты просто наружу не выбрался, понимаешь? А тут выберешься наружу, и как бы ничего не будет. Джека! Что это? Жека, зачем ты писал в бассейн? Вот охранники вернулись. Жек, ты дурак. Ну горит тебе, не писай в бассейне. Вот они вычислили. Что происходит? Дебил, кусок. Зачем ты в бассейне с детьми написал? Вот охранники это вернулись. Я ничего не писал. Да писал ты в бассейне. Охранники за тобой не пришли. Да написал ты в бассейне, придурок. А Жека, зачем ты это делал? Ну ты понимаешь, там дети купаются, водичку пьют. А зачем ты написал в бассейне? Ну как бы там дети, Жека. А я записать хотел. Придурок, вот любой сейчас, вот сейчас ребенок пойдет, будет там купаться, а Жека написал. Ты понимаешь? А он может случайно водичку выпить, а там моча твоя. Меня сейчас жизнь не приводит, добил, убери. Да охранники нашли тебя, вот придурок, ой, придурок, ребят, закинули, не ходите в аквапарке, не ходите никуда, там Жека писает, никуда не надо ходить. Чё, а как... Это похуже, чем троллинг пятки перевернутой головой, у меня сейчас реально башка болит, пипец. А зачем ты в бассейне написал, тебя охранники вычислили, Жека? Ты же когда билет покупал, там свой адрес написал, понимаешь? Слушайте, заканчивай серию, мне реально тошнит. Солнечный удар получил. Да, ну как бы там был спасатель, мог тебе там, не знаю, массаж на мозги сделать. Да, да, массаж на мозги. И тебя больше не тошнило. Вот там Степан, ну как бы спас... Да, ну тебя в баню вообще, Жека. Да, да, давай. Не заботишься о своем здоровье, еще и писаешь, еще и о других здоровье не заботишься. Ну хорошо, все, не в баню. Короче, ребят, ставьте лайки, давайте, если хотите следующую серию троллинга. Жек, ты что сзади меня? Не надо там тыкать у меня ничем. Жека, отстань от меня, извращуга. Вот я говорю, вот его троллинг, я превратился в Жеку, там реально все. Ладно, все, ребята, да, все мысли так. Писюн, 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 писюн. И там писюн, и тут писюн, и там кто-то еще. Не понял, уже 15 человеков не надо на писюн. Конечно, надо, что за тупые вопросы, ребята, не ленитесь, ставьте. Ставьте, да, мы пошли, и все, давайте, пока. Вообще не тупые, ну как бы, да, надо лайк. Ну надо такой, надо точнее. Придурок.